48, Шаповал. Сереженька живет здесь неподалеку. У него золотые руки и сердце. Ну расскажи про себя, Сереженька. Да, очень интересно. Я даже запишу на будущее. И адресок, чтобы я знал, где искать. Да? Тож, ну случай с машиной — это недоразумение. Да-да-да, конечно. Ну что рассказать про себя? Живу, работаю. Ну вот, засмущали человека. Сереженька, кушайте салатик. Я сама готовила. Только учтите, Сергей, у нас ложки посчитаны. Тож, ну хватит. Да ничего. Пусть знает, что у нас не завод. И что здесь просто так ничего не упрешь.